Ну, я не знаю, как это назвать, социальным и несоциальным, но да, мы добились дешевого квадратного метра жилья. Первый дом мы построили квадратный метр жилья. У нас был 14 тысяч рублей, но так как мы сделали, ну, улучшили инфраструктуру 8-го микрорайона, мы взяли эти расходы на себя, поэтому в дальнейшем мы квадратный метр увеличили на 16,5 тысяч рублей. В 16,5 тысяч рублей входит полностью дом под ключ, включая 3,5 сотки земли. Это 72 квадрата жилой площади, плюс 6 квадратов балкон, плюс 6 квадратов террасу, то есть 84 квадрата общей площади. Когда мы построили первый дом, когда туда заехали люди, администрация подала иск в суд признать дом многоквартирным и снести, несмотря на то, что люди туда уже заехали. Когда мы строили первый дом, мы начали строить второй дом. То есть на все последующие дома методично подается иск в суд. Хотя по первому дому мы судились 11 месяцев. Вот наконец-то мы получили решение суда. Суд мы выиграли, признать дом блокированным. Ну, это как бы их не останавливает.